София Ротару стремительно теряет память. На днях всеми любимая артистка попала в больницу после серьезного приступа с потерей сознания. Инцидент произошел прямо на сцене во время концерта в Уфе. София Михайловна болеет давно. Подобные ишемические атаки случались и ранее, просто подробности ее недуга скрываются очень тщательно. Кроме того, певица страдает частичной потерей памяти. Ситуация сейчас не очень хорошая, так как с каждым прожитым днем она теряет память все больше и больше. Тем не менее, карты показывают, что это не то, что угрожает ее жизни в целом. Вся проблема исключительно в возрасте. Об этом рассказала ведунья Саона. В последнее время певица находится в кругу близких людей. Так что кризисные ситуации случаются по большей части дома. Именно поэтому никто извне не мог заметить или предположить серьезных проблем со здоровьем. Сейчас все стало достоянием общественности только в силу того, что приступ случился на сцене. Ее состояние можно описать как начало возрастного склероза, предупредила гадалка. Она не видит, что Ротару излечится полностью, но ей точно придется прибегнуть к помощи хороших специалистов и жить под постоянным наблюдением врачей. Сообщается, что в момент приступа она частично потеряла память, не узнавала находившихся поблизости людей и не могла понять, где находится. Пожелаем любимице скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!